Всем привет! С вами снова я, Белый Копатель. И сегодня я буду копать вот здесь вот. Тут вот сегодня трактора стоят, боронят они это поле. Видимо, еще пока ничего не посадили и, наверное, по шапке не дадут. Тем более, что Нива председательская уехала. Вот. У людей тут перерывчик обеденный. Один трактор уже ушел на поле. Ну ладно. Пойду искать старую дорогу. Посмотрел я по картам, она находилась чуть дальше, где я обычно хожу. Вот, попробую ее вычислить по находкам. Смотрим. Вот такая вот фигня у меня, ребята, треснула. Тут и так-то была катушка старенькая. Ну, в общем, одно ухо у меня уже не держится на соплях. Не знаю, насколько хватит, сегодня похожу. А что потом делать? Надо ремонтировать. Так что не обессудьте, если видео прервется внезапно. Все. Надо срочно накопать на новую катушку. Что-нибудь ценное. Тракторов кипит работа. У меня находка. Пуговица гирька. Вот такая вот. Очень маленькая. Такие вот тут места. Катушечка вроде держит пока, но ударять я ей уже боюсь. Хожу аккуратно. Так, ну что, вот какая-то вот такая находочка. Первый раз такое нахожу. Какой-то... Даже не могу понять, что это. Пряжка или что-то. Что-то гламурное. Ну как? На новую катушку хватит? Как думаете? Кому надо, приглашаю в личку. Цену обсудим. Не ради наживы, а ради продолжения наших поисков. Просто надо как-то чем-то обменять. И получить материальное вознаграждение, чтобы купить новую катушку. Ладненько, поищем. Потихонечку я сдвигаюсь, керамика пошла. Может быть, здесь вот что-то пойдет. Видите, крупная находка. Сейчас будем надеяться, что хотя бы 50 копеек-то серебряных мне попадется. То как же так? Ну ладненько, продолжаю поиски. Смотрите. Так, ну вот и первая монетка. Ничего примечательного. Двадцаточка советов. Даже поздняя. 60. Так, что-то здесь ничего интересного. Керамика есть, а находок нет. Странно. Вот такой вот здесь березнячок. Симпатичный. Может быть, когда сбаранует все, еще походить здесь. Вроде бы и чешуя здесь была. Ладно, продолжаем наш поиск. Ну что, ребята, хочу похвастаться вам вот новиночкой. Купил я наконец-то себе телефончик. Вот такой вот ZTE 815W. Короче, что, всем советую. Всего 2500. Полностью функциональный. Не знаю, как в работе будет. Видите, еще пленка у меня как целка. Не оторвана. Могу мнение владельца. Да, вот сейчас Коля расскажет. Он им уже с полгода, да, ты им пользуешься? Месяца два. В общем, батарейка, конечно, слабовата, если сильно пользоваться, может даже на день не хватить, но обычно все-таки хватает. А камера без автофокуса снимает так посредственно, но за свои деньги это очень даже неплохо. Экран вполне себе менее нормальный, немножко, правда, на солнце хреново видно. И опять же, нужно ставить на всю яркость, и тогда уже батарейки с большей вероятностью не хватит. Ну а так... СМСки набирать более-менее удобно. Звонок. Главное, что звонит и принимает звонки, и слышно и меня, и собеседника. И сам по себе звонок достаточно громкий. Вот. Ну и, в общем, Android, как обычно. Все в целом. Я думаю, да, за такие деньги, да. Смешные по нынешним временам. Немножечко, конечно, медленно работает по современным меркам, но и стоит он не как iPhone.
Да-да. 4 дюйма. Что тут еще? Да, удобно в руке лежит. 2 сим-карты. Все. Пока вроде радует. Просто находок мало, поэтому такое видео. Хвалюсь такой. Не находкой, а обновкой. Нежданный обзор телефона. В общем, все. Простите, извините. Не думайте, что это реклама. Просто сам пользуюсь, поэтому собираюсь пользоваться. И буду рассказывать все как есть. Не понравится, я его прям засверлю дрелью в центр экрана, если он мне не понравится. Ну, хотя у меня они долго живут, телефоны, поэтому, я думаю, сверлить не буду. Не ждите. Засверлю другой телефон какой-нибудь. Да, краш-тест у меня есть, телефоны, можно другой что-нибудь устроить. Ладно, сейчас еще покажу, еще что я накопал тут. Всего за часик, что, одна монета вот попалась, гламурная вот эта штучка, пуговица-гирька. В принципе, надежда есть, что поле разборонится, и, может быть, что-то, ну, станет оно более ровным, ходить поприятней. Вот, приеду сейчас сюда в следующие выходные. Вот, досниму, как бы, что здесь вообще есть. Сейчас просто покажу, что за час можно накопать. Ну, вот, вот такой вот итог. Вот, так, две крупные керамики взял для вида. Керамика-то правильная, гончарная все это, старенькая. То ли они с пустыми горшками ездили туда-сюда по этой дороге. Вот, непонятно. Деньги запрятали. Только в советское время здесь деньги появились в 61-м году. А до этого денег не было. Товарный обмен был. Ну ладно, это поле я еще навещу. Все, пока, до свидания. Сегодня у меня вот такой вот земляничный коп. Поляночка. Не слабая. Земляничка поспела уже. Сколько? Так, и я что-то прямо в растерянности. Или землянику собирать, или пойти монеты поискать. Думаю, совмещу и то, и то. Вот так вот. Поле в итоге засадили вот такой вот культуркой. Не знаю, что это. Капуста. Ну вот. В общем, походить здесь уже не получится до осени. Ставим это поле до осени. Ну ладно, пойду тогда землянику собирать. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. На этом все.